лучшие брендовые игрушки, развивающие игры и пособия, одежда и аксессуары для детей, привлекательные цены и быстрая доставка. Все это онлайн-гипермаркет детских товаров «Бабаду». Здравствуйте! В этом видеоуроке я вам покажу, как связать такой сарафан. Этот сарафан я вязала на возраст до 2 лет. Вязать я буду вот такой пряжей. Внизу под видео я оставлю ссылку, где я покупала эту пряжу. И крючок 3 мм. Набираем 65 воздушных петель. Раппорт узора 9 петель. Вяжем перед платьем. Пропускаем одну воздушную петельку и, начиная со второй, в каждую петлю вяжем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Довязали ряд. Затем вязание поворачиваем. Вяжем одну воздушную петельку. В первый столбик вяжем один столбик без накида. Затем одну воздушную петельку. Пропускаем 3 столбика основания. 1, 2, 3. И в четвертый вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, в эту же петельку второй и сюда же третий. Затем вяжем 2 воздушные петельки и в следующий столбик вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, сюда же второй и третий. Затем вяжем снова одну воздушную петельку, как перед столбиками. Пропускаем 3 столбика основания. 1, 2, 3 и в четвертую петельку вяжем столбик без накида. И затем у нас узор будет повторяться. Снова вяжем воздушную петельку, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и в четвертый вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, затем 2 воздушные. И в следующий столбик снова вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй. Третий. Воздушная петелька. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в четвертый мы вяжем столбик без накида. Итак, мы вяжем ряд до конца. Довязали ряд до конца. И затем вяжем 2 воздушные петельки подъема. Вязание поворачиваем. И во второй столбик вяжем 1 столбик с одним накидом. Затем 1 воздушную петельку. И в арочку вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, затем 2 воздушные. И сюда же еще 3 столбика. Первый, второй, третий. Затем вяжем 1 воздушную петельку. И далее мы будем вязать 3 столбика с одним накидом с общей вершинкой. Первый мы будем вязать во второй столбик, затем столбик без накида и во второй столбик. Итак, делаем накид, вводим крючок во второй столбик, провязываем его не до конца, снова накид
и вводим крючок в столбик без накида. И снова накид. И вводим крючок во второй столбик. И затем все петельки на крючке провязываем вместе. И затем вяжем воздушную петлю и варочку. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные. И сюда же еще 3 столбика. И затем воздушная петелька. И далее у нас вязание повторяется. И так мы вяжем ряд до конца. В конце ряда мы вяжем только 2 столбика с одним накидом с общей вершинкой. Первый столбик и второй вяжем столбик без накида. Ряд готов. И затем вяжем 2 воздушные петельки подъема. Далее вязание поворачиваем и так же, как и в предыдущем ряду, вяжем во второй столбик 1 столбик с одним накидом. Затем воздушная петелька, варочку вяжем 3 столбика, 1, 2, 3, 2 воздушные. И затем мы вяжем только 2 столбика, 1, 2. Мы в первую и последнюю арочку вяжем 2 столбика. Далее 1 воздушная петелька. И теперь 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый мы вяжем во второй столбик. Затем вершину столбиков. И во второй столбик. Все петельки вместе. Снова воздушная. И теперь вяжем по 3 столбика в арочку. 1, 2, 3, 2 воздушные, снова 3 столбика. Так мы вяжем ряд до конца, и затем в последнюю арочку мы будем вязать 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 3 столбика. Довязали ряд до конца. В конце ряда, как и в начале, мы вяжем в последнюю арочку только 2 столбика. И затем хорошенечко вытягиваем петлю и продеваем нитки через петлю. И затягиваем. Итак, оставляем вот эту часть для проймы. Вязание поворачиваем. Затем во вторую воздушную петельку вводим крючок, захватываем ниточку. И в следующую петельку вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Затем вяжем 2 воздушные петельки подъема и затем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Делаем накид. Первый столбик мы вяжем вершину столбиков. Второй столбик вяжем во второй столбик. Все петельки вместе. Затем 1 воздушная и варочку 3 столбика. 1, 2, 3, 2 воздушные и сюда же еще 3 столбика. 1, 2, 3. И так мы продолжаем вязать до последней арочки. То есть в арочку мы уже не вяжем. Последний столбик у нас во второй столбик. В конце ряда вяжем последние 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый,
второй. И во второй столбик вяжем третий. Все петельки вместе. Вот это у нас часть остается для проймы. Ряд готов. Вязание поворачиваем. Вяжем 2 воздушные петельки подъема. И во второй столбик вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петелька, варочку. Вяжем также 3 столбика. Две воздушные и еще 3 столбика. Так продолжаем вязать до конца ряда. Связали 5 ракушек. И в конце ряда мы вяжем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый, второй вяжем вершину столбиков. И затем вязание поворачиваем, вяжем 2 воздушные петли и столбик с накидом во второй столбик. И далее продолжаем вязать так же, как мы вязали, нужное количество рядов. Я всего связала 4 ряда. И затем мы каждую сторону будем вязать отдельно. 3 веера мы оставляем по центру и по одному на каждую сторону. Итак, вот я один веер связала практически. И затем вяжем только 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. И второй мы вяжем вершину. Затем 2 воздушные петельки подъема, вязание поворачиваем. Во второй столбик вяжем столбик с накидом, воздушная, варочку 3 столбика, 1, 2, 3, 2 воздушные, сюда же еще 3, 1, 2, 3 воздушные и 2 столбика с накидом с общей вершиной. И затем снова 2 воздушные петельки подъема, вязание поворачиваем и продолжаем вязать нужное количество рядов. После того, как связали нужное количество рядов, у меня их 6, нам необходимо выровнять последний ряд. Итак, вяжем 2 воздушные петельки подъема, затем во второй столбик вяжем 1 столбик с одним накидом, далее 3 воздушные петельки, в арочку вяжем 2 столбика без накида, 1, сюда же 2, и снова 3 воздушные петли, и в конце 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Так. После того, как связали правую сторону, переходим к вязанию левой. Мы оставляем по центру 3 веера. И вводим крючок в вершину столбиков с накидом. Делаем вот такую петельку и захватываем ее. И затем вяжем 2 воздушные петельки подъема. И далее во второй столбик столбик с одним накидом. Воздушная петля. Ну и дальше вяжем так же, как и вязали. И вяжем такое же количество рядов. После того, как связали перед, мы переходим к вязанию спинки. Спинку мы вяжем точно так же, как вязали перед. Вот я связала эту часть. Вот они абсолютно одинаковы.
И дальше мы будем отдельно вязать правую сторону и левую. Сейчас мы вяжем 2 полных веера и один вяжем не до конца, только 3 столбика с накидом в центральную арочку. Связали 3 столбика в центральную арочку. И затем вяжем 3 воздушные петельки подъема. Вязание поворачиваем. И в первый столбик вяжем 2 столбика с одним накидом. Воздушная петелька. И затем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый мы вяжем во второй столбик. Затем вершину столбиков. Снова во второй столбик. Дальше вяжем так же, как и вязали. Я связала еще один ряд, и когда мы снова доходим до центра, здесь вяжем таким образом. Вот у нас 3 столбика с одним накидом с общей вершинкой, воздушная петля. И затем вяжем 3 столбика с одним накидом в третью воздушную петлю. Один, два, три. И затем вяжем 3 воздушные петли подъема, вязание поворачиваем. И снова в первый столбик вяжем 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная. И далее 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Продолжаем вязание. Я связала 5 рядов. И теперь нам нужно сократить количество вееров до 1. Здесь мы ниточку обрезаем, делаем узелочек, затем вязание поворачиваем, вводим крючок во вторую воздушную петлю. Захватываем ниточку. Вяжем 3 воздушные петли подъема и далее 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый, второй, третий. И затем довязываем ряд. Довязали ряд и вяжем последний. Вначале 2 воздушные петельки подъема. Затем во второй столбик вяжем 1 столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли. В арочку 2 столбика без накида. Снова 3 воздушные. И в конце 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый. И второй мы вяжем вершину столбиков. Итак, у нас готова одна сторона. Когда у нас одна сторона готова, мы вяжем вторую сторону. Вводим крючок в арочку, захватываем ниточку и вяжем 3 воздушные петельки подъема. И затем сюда же в арочку мы вяжем 2 столбика с одним накидом. Воздушная. И далее мы вяжем так же, как мы вязали эту сторону. В левой половине, в предпоследнем ряду, мы вяжем 4 столбика с одним накидом с общей вершинкой. И затем вяжем последний ряд. Когда верхняя часть готова, вяжем низ платья. Вводим крючок в первую петельку, захватываем ниточку. И затем вяжем 3 воздушные петли подъема.
Затем в эту же петельку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. Затем воздушная петелька. Пропускаем 2 петли, 1, 2, и в третью вяжем столбик без накида. Снова вяжем воздушную петлю, пропускаем 2 петли, 1, 2, и в третью мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Один, сюда же второй, сюда же третий. Затем 2 воздушные. И в эту же петельку мы вяжем еще 3 столбика. 1, 2, 3. И затем снова вяжем 1 воздушную петельку, пропускаем 2 петли, 1, 2, и в третью вяжем столбик без накида. И так мы вяжем до 2 центральных петель. Вот у нас центральные 2 петельки, вяжем до них. Итак, дошли до середины, до 2 центральных петель. И здесь мы вяжем в каждую петельку по 3 столбика. Вот мы пропускаем 2 петли и затем вяжем 3 столбика в 1 петлю. Две воздушные и 3 столбика в следующую. Один, два, три. Так мы делаем только по центру. Дальше мы продолжаем вязать так же, как мы вязали с этой стороны. Ряд довязали. Заканчиваем ряд так же, как и начинали. В последнюю петельку 4 столбика с накидом. Здесь в 2 местах есть 2 лишние петельки. Мы пропускаем не 2, а 3 петли. Вот я в конце ряда пропустила 3 петли. И в начале ряда тоже в одном месте пропускаем 3 петельки. И затем переходим к вязанию второго ряда. Вяжем 3 воздушные петельки подъема. И в первую петлю мы вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Затем воздушная петелька и далее 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 1, делаем накид. 2, снова накид. И 3. Продолжаем вязать так же. И вяжем одинаково перед и спинку до нужной длины. После того, как связали перед и спинку, сшиваем их с изнаночной стороны. И затем обвязываем рукава и горловину столбиками без накида. Сарафан готов. Спасибо за внимание. До встречи на новых видеоуроках. До свидания.